Всем привет! Сегодня у нас 30 сентября. Хочу показать вот сорт яблока с рынка на подвоем 9, третий год от посадки. Дала первое плодоношение на третий год. Вот в самом низу яблочки вот такие вот красивые. Начался дождь, надо собирать. Ренет Самаренко. Вот такие вот яблочки. На девятке плодоношение входит быстрее. Такие вот. Были градом поврежденные кое-где. Вот были градобоины. Вовремя обработали сад, чтобы залечить. Получились такие, как бородавки залеченные. Такие вот плоские, красивые яблоки. Я его в том году снимал на более старшем дереве. А это вот решил показать, снять. На девятке, на третий год, как она себя показывает. Этот сорт. Он с другой стороны обошел. Яблоки висят. Красивые, товарные. Не мелкие. Крупные. Вот так вот она. В принципе, вся яблонька держит урожай. На третий год неплохо. Вот каждая веточка идет. С яблочками. А внизу ветка вот идет. Тоже вот с яблоками. Яблоки все хорошего размера. Для этого сорта. Размер хороший. Вот тоже веточка идет. С яблочками. Сорт хороший, вкусный. Старый сорт. Ну, кто его хочет, планирует себе посадить в сад для себя, то должен помнить о том, что этот сорт нуждается в обработках. То есть он тоже капризно идет. Борша его бьет. То есть грибковыми заболеваниями он поражается. Ну и плодожоркой. Надо его обрабатывать обязательно, чтобы получить более-менее качественные плоды. Вот так сорт хороший. Мне он очень нравится, мы его кушаем. Я себе в сад посадил еще 3 яблоньки этого сорта. У нас он уходит очень хорошо. Такие вот яблоки. И вот внизу веточка тоже. Вся в яблоках. Я его решил в этом году чуть раньше снять. Уж лето жаркое было. То есть они уже готовы к сбору на хранение. Все яблоки, в принципе, одного размера. Сама земли висят. Хранятся хорошо. У нас земля. И вон внизу тоже ветка вся засеянная. Сейчас я оборву его и покажу, сколько на третий год можно снять на девятом подвое яблок. Наверное, ящичка полтора. Сейчас сорву, покажу. Вот я собрал, получается, с яблоньки 2 ящичка. На третий год подвоем 9. Вот такой вот небольшой яблоньки. То есть плодоношение входит хорошо, быстренько на девятке. Плоды тоже красивые, хорошие. Вот такие товарные. Если посадить 10 яблонек, займет очень мало количества в территории. С 10 яблонек на третий год вы можете получить 20 ящичков вот таких вот хороших яблок. Сегодня у нас 15 декабря. Решил снять яблоко Самаренко в хранение. Какой вот у нее сейчас вид есть. Какой вкус, какая мякоть, как она размягчилась, сколько примерно она еще будет лежать в обычных подвалах.
То есть вот такая вот в разрезе мякоть у него. Такие косточки. Яблоко сейчас попробуем на вкус какое. Яблоко мелкозернистое, винно-сладкое с кислинкой, аромат винно-сладкий, сочное, очень приятное такое на вкус яблоко, ни на что не похожее. Лежит, в принципе, хорошо, месяц-два еще будет лежать, но все равно с сроком хранения, чем дольше хранится, тем больше начинает у него мякоть становиться в песочке. То есть сейчас хорошее. Но вот в феврале месяце она будет все равно более зернистая, такая более песочная, чем сейчас. Сорт мне очень нравится, это я уже не раз об этом говорил. Сейчас покажу, какой вес в этом году. Правда, вот этот последний яблоки, что остались, мы их уже покушали. То есть было у меня там их немало в этом году. Не помню, сколько ящиков, 7 или 8. Ну вот. Все, что осталось, я забыл за него, что надо снять его, как бы добавить видео в летнее. И так получилось, что. То есть нету таких больших яблок именно тут, чтобы показать, какой у него размер может быть. Сейчас сважим. Можно сказать, средние и мелкие яблоки это остались по размеру. Сейчас посмотрим, какой вес. 200. 170. Они сами по себе вообще не сильно крупные, как бы сорт не крупноплодный. Но все равно были яблоки крупные. Ну, тут такие вот до 200 грамм. 170. Да, в среднем 170-200 грамм. Такой сорт есть и меньше, и 140 грамм. То есть яблоко хорошее. Кто любит ароматные, такие винно-сладкие с кислинкой яблоки, то сажайте себе в сад. Будете довольны этим сортом. Он популярный у нас на Украине. Много кто его выращивает, много кто его знает и любит. У меня когда не было в саду, я еще не занимался садом, я постоянно на рынке покупал себе этот сорт. Этот сорт из редовских Red Chief, Red Dela 6. То есть мне эти сорта очень нравятся. Так что такой вот сорт. Красивый, вкусный, старый. Кому понравилось видео, ставьте лайки. Не забывайте подписываться на канал. Всем спасибо, всем пока.